Поддельные лекарства – это один из наиболее опасных видов контрафактных товаров, производство, сбыт и потребление которых заметно выросло в последние годы. Такие виды лекарств либо содержат неправильную дозу активных ингредиентов, либо вообще не содержат их. Приобретая с рук дешевые лекарственные средства, вы рискуете столкнуться с негативными последствиями, а иногда и со смертельным исходом. Контрафакт убивает.